Всем привет, с вами Ами. Долго ли, коротко ли, но я добралась до обзора артбука Uncharted 4. Издательство XL Media постаралось и выпустило аж два артбука по вселенной. Трилогия Uncharted, которую я уже когда-то обозревала, и мир игры Uncharted 4. Путь вора. Матовая обложка с глянцевым названием, мелованная бумага и 176 страниц прекрасных артов. Разделение на главы здесь отличное от обычного. В артбуках чаще всего авторы отдельно выделяют персонажи, локации, оружие, врагов или существ. Здесь же деление идет на главы в игре. То есть в целом можно было, не заспойлерив себе игру, открывать артбук после прохождения очередной главы и со свежими ощущениями наслаждаться интересными подробностями. Жаль, я этого не знала и отложила изучение книги до момента прохождения игры, которую я, кстати, стримила. Если вам интересно, можете посмотреть по ссылке здесь, где-нибудь, наверное, тут, вот. В первой главе под названием «Приют» находится множество набросков юных Дрейков. Стиль рисовки отдельных авторов очень напоминает какой-нибудь популярный мультик. Я бы не отказалась такой посмотреть. В целом, я бы посмотрела и мультфильмы, и сериалы, и фильмы, и вообще все что угодно. Настолько мне нравится эта вселенная. В каждой главе артбука вы найдете присущие главе игры особенности. Новые герои, локации, второстепенные персонажи. В общем, все то, что вы только что повстречали в игре. В главе, посвященной тюрьме, различные наброски заключенных. В главе под водой – рисунки подводных локаций. А вот и одна из самых романтичных сцен в видеоиграх – в главе жилища. И так далее. Конечно же, со всех сторон можно разглядеть милую Елену, лучшую девушку всех времен и народов. Готова бесконечно воспевать ей оды любви, настолько мне приглянулся персонаж. Куда же без раскадровок и дизайнов уровней? Тут их в приличном достатке. На самом деле, они меня сейчас увлекают даже больше, чем локации и персонажи. Очень интересно сравнивать, что именно задумывал геймдизайнер и как ты это воспринял в игре. Уловил ли идею? И если уловил, то разработчик справился со своей работой на ура. Артбук получился прекрасный, но меньшего я и не ожидала по книге по такой великолепной игре. Всем, кто не играл, настоятельно рекомендую прикоснуться к этому приключению, а кто уже прошел, обратите внимание на артбук. С вами была Ами, пока-пока! Издательство XL Media. Чешется. Всем, кто не играл, ну...